ослепительное сияние. Смотрите, какая прелесть. Ну так вот, я приехала в Америку в 99-м году из миллионника. И приехала я жить в маленький городочек, в котором было 300 тысяч. Грубо говоря, как вот из миллионника приехать в дыру. Ну так вот, в дыре была автомагистраль со съездами. Представляете, 300 тысяч, там, господи, население 300 тысяч. Зачем вам эта автомагистраль? Ну там автомагистраль. Я когда первый раз в нее заехала, я думала, что я умру от страха, потому что я не понимала, как это вообще работает. Что ты едешь только вперед, либо только назад. И нет никаких названий улиц, просто номер. Где номер, как обратно вернуться? Я думала, что я умру от страха. В университете, где я училась, был огромный уличный, как бы, публичный открытый бассейн. Ну вот, пожалуйста, я из миллионника приехала, у нас в Воронеже нету в университете открытого уличного бассейна, и у нас в Воронеже нету магистрали. У нас нету магистрали, у нас ужасная, просто вот как вот сейчас еду, вот просто дорога, да? Это не автомагистраль, тут скорость там, не знаю, 30 км в час, да? Ну вот и все, понимаете, что вы будете говорить про, и что солнечные батареи, ну и что автомагистраль, да? И что бассейны? Ну так идите вы все нахуй.